Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Виктор Витегак, хозяин этого канала и просто голос за кадром, ну или просто тот человек, который не делает ролики именно на этот канал уже больше, чем полтора года. Вы спросите, почему я так резко вдруг вышел на связь, почему, где были ролики? Ну, об этом максимум спросят там 2-3 человека, которые действительно смотрели этот канал. И то это были мои друзья, которые все это делали по приколу, по рофлу. Но вышел на связь именно потому, что это, наверное, последний ролик на этом канале. Ну, который и так вообще никому не нужен, его и так почти никто не смотрел. Но я, собственно, выложил этот ролик не случайно. Во-первых, хочу объяснить, почему все вот так вот произошло и что планирую делать дальше. Ну, во-первых, это сразу понятно, то, что этот канал, ну, просто нерентабельный. Да даже это не то слово, не совсем политкорректное. Этот канал просто не несет в себе ничего нового. Не нового. Он пытался повторять какие-то видео лайкера, ну, в частности. Какие-то брать стили у других людей, но это, собственно, никому не нужно было. Как и не нужно сейчас. Не, есть, конечно, редкие зрители, которые забредают там на видео about или озвучки. Но дальше этого ничего не пошло. Понятное дело, что озвучки были довольно интересным вообще опытом, интересными видео. Ну, по крайней мере, мне это было интересно делать, но почему-то дальше инициатива это не вылезла. Хотя были прямо... Я пинал своих... Было желание. Пинал своих друзей. Говорю, давайте запишем. Но что-то не записали. И бауты. Бауты, как ни странно, тоже выстрелили. Потому что тогда... Было. Да и сейчас это популярно делать обзоры на что-то, на фильмы, на книги. Ну, не на книги, ну просто на фильмы. Хоть и на мейнстримные, но все же, надо же было, блин, с чего-то начинать. Но просто закончилось все ленью. Это как одним из факторов. Наверное, самым главным хотел бы выделить то, что монтажи и какие-то летсплеи, ну, это прям на ранних стадиях моего развития. На ранних стадиях вообще это было, может быть, популярно, но дальше это все кануло в лету. То есть, где сейчас лайкер? Ну, лайкер, да, у него там 1 000 000 подписчиков, ну, блин. В начале своего пути он был прямо самородком. А сейчас он уже... Даже Морган не такой популярный. Вот, то есть они уже потихонечку уходят. Наверное, самым главным является то, что я просто не увидел, точнее, я в нужный момент увидел то, что хватит заниматься вот именно этим, и пора переходить на что-то другое. И это что-то, ну, другое нашло отражение именно в кино. Не в том масштабе, который там, допустим, в кинотеатре, фильмы, а вот, ну, на начальном. То есть еще ролики какие-то, короткометражные, фильмы вообще безбюджетные абсолютно. И то есть этим я уже занимаюсь 2 с лишним года. И, как ни странно, я намерен двигаться дальше. То есть я отпустил... Некоторое время назад именно вот этот канал, я осознал, что это было как этап в становлении именно меня и этапом развития вообще творчества какого-то либо. Конечно, это был какой-то определенный опыт, и полезный, негативный, там, позитивный, ну, можно вот так вот до бесконечности перечислять. И то есть сейчас я себя вижу именно на неопределенное количество времени именно в этом. Может быть, я найду что-нибудь другое. Может быть,
там станет что-то другое популярным. Хотя не сказал бы, что сейчас слишком много кто занимается кино, но роликов предостаточно. И это ролики даже не сколько скетчи, сколько именно попытка снять фильм. Именно фильм, который зритель бы посмотрел и такой говорит, ну да, это в этом что-то есть. И уже около года существует мой и по совместительству канал с Семеном, там он в одном ролике засветился, даже не в одном, а в нескольких, вроде как, я уже не помню. Мой, его и еще одного парня, Артема, который тоже, возможно, был в этих роликах, но он был в озвучках, точно. Вот. У нас есть второй канал, называется Dog из машины. Это наше такое некое творческое объединение. Но не будем называть это творческим объединением, потому что это просто наше крю. Обожаю это слово. Из-за того, что там есть буква R. Да. Я знаю, что вы любите букву R. Ра. Пау-пау-пау. Да, это я. И где-то около уже года он как существует. Там периодически появляются ролики, ну, по мере производства. Потому что производство-то это ух! Препродакшн, продакшн, постпродакшн, а потом еще выпустить надо и там людям показывать. Вот смотрите, что мы сняли. И если все-таки вам интересно как-то за этим всем наблюдать, и, или же вам просто нравятся какие-то ролики, фильмы, все же начинается с кино, то просто переходите с этого канала на наш. Тут кнопка будет где-нибудь, я оставлю ссылка там. В общем, все это сделаю. Что хотелось бы сказать напоследок. Спасибо вам, что смотрели, смеялись, угорали над этим. Надо мной тоже. Ну, блин, естественно, без этого-то никак. Оставляли комментарии. Иногда негативные, конечно. Ну, без этого никак, мне кажется. И просто спасибо вот этой маленькой горсточке людей, что давали мне надежду на что-то делать. Да, это я неправильно построил предложение, но зато это искренне. Вот. Спасибо вам. И до новых встреч. Да блин, надо было как-то по-другому закончиться. Вот, да, не ожидали, да, вот. Будет пауза там, 3-секундная. Уже думаете, все, ролик закончился. А на самом деле он не закончился. Просто мне не нравится, как я закончил. И... наверное, сейчас будет просто играть музыка какая-нибудь. На расслабоне. И все. Всем пока.